Хайдук, салют. Слушайте, у нас самолет уже получается совсем скоро, и я решил, что ложиться спать теперь в принципе нецелесообразно. Вот, на самом деле, запустил трансляцию не просто так. Мне нужен от вас совет, что мне посмотреть. Короче, лететь 9 часов, но, безусловно, часов 5 я просплю. Это, господи, у меня что, шея такая жирная? Ёб твою мать, а? Надо начинать с собой заниматься. Вот это да, блядь. Собственно говоря, предлагайте мне что-нибудь скачать, посмотреть какие-нибудь фильмы, потому что я не знаю, вот Ксюша все-таки не смогла держаться до последнего, как говорится, и легла спать в итоге. Вот как-то так получилось. На кого учился? Я учился на хорошего человека. Есть такая профессия. Прекрасный человек, я бы даже сказал. То есть, ну смотри, есть институт хороших людей, я учился на хорошего человека, но прекрасный человек — это специализация. Интернет, хочешь, чтобы... Не, слушай, Балабанова я не буду смотреть. Балабанова я большую часть смотрел, считаю Балабанова полной хуйней. Вообще не понимаю вот этих от, которые воспевают его, типа, гениальности какой-то. Я, честно, не понимаю Балабанова, блядь, особенно фильм «Кочегар». Как меня убивали эти... Вот «Ходьба под музыку», блядь. Не, Быкова тоже не хочу. Ты что, хочешь, чтобы я там нахуй из самолета выпрыгнул, брат? Ты что? Я как бы не хочу. Я не знаю, что ты хочешь, но я из самолета выпрыгивать не хочу. Что делать, если твоя девушка шлюха? Ну а что делать со шлюхами? Ты понимаешь, о чем я, да? Своди ее на стендап Поперечного. Шлюхам там свое место. Смешно, да? Нет, не смешно, я понимаю. Сорян. Импровизация — это дело такое. Неуязвимый — это Шьямалан, я смотрел, конечно. Дэдпула 2 еще нет в нормальном качестве, а всякие экранки я смотреть честно не хочу. Скажи, как ты можешь монтировать и смотреть фильм одновременно? Тебе тип норм или что? Ну, как, понимаешь, под монтажом, на самом деле, мы все неправильно подразумеваем монтаж. А под монтажом подразумевается обычно именно склейка, то есть рассказ истории. Конечно же, пока ты монтируешь именно, ты должен обдумывать историю, как ты ее расскажешь, что ты поддерживаешь и что ты показываешь. Но касательно именно того, как я делаю монтаж, я, знаешь, я там склейки какие-то сделал и сажусь эффекты делать. А во время эффектов комп он очень сильно тормозит, и поэтому я успеваю и краем глаза смотреть на что-то. Ален Кар, легкий способ бросить курить. Не приведешь, это не кино. Как же приятно с тобой общаться, жалко, что додики тебя гадят бочат тупыми вопросами. Я бы не сказал, что додики, просто, ну, люди не смотрели каких-то роликов, а я просто не хочу отвечать на одни и те же вопросы по миллиону раз. Охотник на воров. Хорошо. Я скачу. Какие сигареты куришь? Сейчас курю сигареты Парламент. Это же не самые отвратительные. Надо на самом деле бросать. Стасян, ты музлом сейчас занимаешься? Нет, не занимаюсь. А что за бумажный дом? Ну-ка, расскажите мне, про что этот сериал. Так, я имел в виду, как ты монтируешь без звука. Пытался кодить под фильм, ну такое себе занятие. Я замечательно воспринимаешь просто звук с двух источников и все. Не фанат комиксов, и последние фильмы Марвел были не очень. Но Мстители последние оказались норм, а можно и поржать. Я в кинотеатр на них смотрел, ходил. А как тебе бонд с кнопкой? Чуть не блеванул, если честно. Отвратительные сигареты, я не знаю, из чего их делают. А, «Карточный дом». Да, «Карточный дом» с Кевином Спейси, конечно же, я смотрел. Хороший сериал. «Тренер Картер». Не хочу тренеров смотреть. Ничего, что связано с тренингом. Я против тренинга. Шучу. Нет, просто не хочу. Посмотри «Атланта». «Атланта» — это сериал, или «В Атланте всегда солнечно», или ты имеешь в виду старую экранизацию «Айн Рэнд». Будь поточнее. «Самокрутки» пробовал. Ботулотоксина, да. Бумажный дом, не карточный. Я уже понял. Я уже смог сообразить. Посмотри «Астрал». Я смотрел, я не хочу ужастики вообще. Хотя, может быть, что-то из старых ужасов и можно глянуть, но в целом не хочу. А, сейчас поездка в Китай. Господи, представляю, как я там буду умирать. «Рок-н-ролльщик» я, конечно же, смотрел. Вы предлагаете стандартный. Я, кстати, смотрел охрененный сериал по мотивам фильма «Снэч». Очень классный. Хватит вопросов о сигаретах. Я начинаю чувствовать себя каким-то, знаете, фриком настоящим. Типа начал курить, все, фрик.
Посмотри обзоры «Бэткомедиан». Я смотрел все. «Начало» тоже смотрел. Какой сериал для тебя самый лучший? Не могу выбрать какой-то один. Кстати, вот кто-то написал «Изгоняющий дьявола», но «Изгоняющий дьявола» я, конечно, смотрел. А вот есть сериал замечательный, называется «Экзорцист». И я как-то его пропустил. Блин, ну он скучный, мутный. Нет. Если комедию, то фильм «Продавец». Конечно, я смотрел «Продавец». Ну ты что, обижаешь меня? В переводе «Гоблина» смотрел. «Продаю машины», мне все похуй. Шикарный фильм. Очень люблю. У меня же даже вставки из него какие-то были. Ждешь третий сезон «Последнего королевства»? Конечно, жду. Я первые два сезона взахлеб. А, кстати, давненько они что-то не выпускают. «Видоизмененный углерод», ну, конечно, я смотрел, чуваки, обижаете. Сразу же, как только он вышел, это же от Netflix сериал, сразу же посмотрел. «Константин» смотрел, классный сериал, и мультик даже смотрел. «Ротманс» не люблю. Купил себе «Мезу-15», поехал в сервис через неделю. Линзы стабилизации трясутся после тапа по экрану. Блин, чувак, соболезную. Ну, ты же понимаешь, что даже если ты его купил по моей рекомендации, ну, «Острые козырьки», конечно, смотрел. Все, два раза причем. Я же не могу тебе гарантировать, что все аппараты будут рабочие. Ну, блин, ну, как-то попадаются так, что, блядь. Надеюсь, тебе все сделают. Если вдруг какие-то проблемы с сервисом, пиши мне на почту, я решу. Ну, попробую, во всяком случае. Ну, вообще проблем с сервисом быть не должно. Потому что, ну, мы тоже сталкивались с поломками Мейзу, чинили все без проблем. «Пастырь», конечно же, я смотрел. Сейчас вот третий сериал, он какой-то, третий сезон какой-то говно. Что из аниме смотрел? Много чего смотрел. Так, старый добрый «Твин Пикс». «Твин Пикс» смотрел. «Пики Блайндерс». Ну, это «Острые козырьки» по-английски. «Интересует выход Мейзу 16». Ну, а ты думаешь, куда я еду, братан? Куда я еду-то, да? Ты сам доволен этим роликом? Каким именно? «Лост». «Лост» смотрел еще в детстве. «Элементарно» смотрел первые пару сезонов, хуйня. А «Юзал» рюкзак от Мейзу? Конечно, «Юзал», очень долго с ним ходил. «Мистер Робот» смотрел все. «Доктор Кто» смотрел все. Вот недавно рождественский эпизод вышел. «Кремниевую долину», конечно, смотрел. «Лучше звоните Солу» тоже смотрел. Мне, кстати, ну, первые два сезона посмотрел, потом мне стало скучно. «Очень странные дела» тоже смотрел. Да и «Черное зеркало» я смотрел, чуваки. «Двойку» тоже смотрел, это с этим. Ну, очень скучный сериал с этим, с Франко, с Джеймсом. «Властелин колец» пересматривал много раз, мне не хочется. Сериал «Метод» с Хабенским, конечно, смотрел. «Сыны анархии» первые три серии посмотрел, мне что-то особо не пошло. «Мир Дикого Запада» смотрел все. Вот. У меня же на Амедиатеку подписка куплена. «Винил», конечно, смотрел. Обожаю «Винил». Мне очень жалко, что его закрыли после первого сезона. «Проповедник» смотрел тоже. «Расплата». «Расплата» это же... Подожди, это... А, не, я путаю с «Выкупом». Ну, «Расплат», по-моему, тоже смотрел. «Игру престолов» тоже все смотрел. «Сопрано» не понравилось. «Люцифер» сезон посмотрел, хуйня там. «Калифорникейшн», конечно, смотрел. Я же не могу пропустить ни одного сериала с Дэвидом Духовным. «Сверхъестественное» смотрел, все смотрел. «Золотую» нет, не смотрел, что это за фильм. «Безумная свадьба» смотрел. «Табу», ну это же, конечно, смотрел. Это же с Томом Харди, я обожаю Тома Харди. «Уилфреда» тоже смотрел. Все смотрел, блядь. «Карточный домик» уже писали, смотрел. «Прибытие», подожди, «Прибытие». Напомню, это про чуваков, которых... «Отбросы», конечно, смотрел. «Walking Dead» тоже. «Прибытие» это про чуваков, которых нашли, которые типа из будущего прибыли. «Волшебники», я же про него даже ролик снимал, полная хуйня. «Викинги» тоже смотрел. «Секс в большом городе» не мое. «Эш против зловещих мертвецов» смотрел. «Тетрадь смерти» смотрел. «Атаку титанов» тоже смотрел. Все смотрел. «Наруто» смотрел первые серии 50-60. «Спартак», «Кровь и песок» — это один из моих самых любимых сериалов, чувак. «Последователи» смотрел, не зашло. Один сезон глянул и все. «Интерстеллар» смотрел. «Пункты назначения» все 5 смотрел. Вот. «Теорию большого взрыва», конечно, смотрел. «Какие шансы у «Умного дома» от Яндекса»? Очень большие, я считаю. Новый сезон «Бесстыдник» вроде выходит. «Барыги», «Наркос», ты имеешь в виду, тоже смотрел. «Стрелу» смотрел. «Хитман» играл, все части прошел. Ну, моя любимая — это «Silent Assassin». Ну, как все. После «Blood Money» что-то выходило, но я уже не играл. «Blood Money» был последним «Хитманом», который прошел. Мой любимый, конечно же, второй. «Убийство» смотрел, «Ганнибал» смотрел. «Код Гиас» — мое любимое аниме. Так что, конечно, тоже смотрел. «Секретный материал» пересматривал лучшие эпизоды.
Вот. «Озарк». Господи, «Озарк» для меня один из лучших сериалов прошлого года. Он очень хорош. Прям безумно хорош. «Пролетая над гнездом кукушки», конечно, смотрел. И книгу даже начинал читать. Значит, «Прибытие» не смотрел. «Дуэлянт» тоже смотрел. Нет, Жене в монтаже я не помогаю. «Как избежать наказания за убийство» смотрел. «Острые предметы» нет, не смотрел. Наверное. «Восьмое чувство», это который с Брюсом Уиллисом, «По волчьим законам», это мой самый сейчас вот прям ожидаемый сериал. «Американские боги» я и смотрел, и читал саму книгу Нила Геймана. И «Иерихон», конечно, смотрел. «Дедушка легкого поведения» хуета. «Коновалова» смотрю каждый ролик. «Манускрипт ниндзя» я не люблю ретро-аниме. «Слышал о продолжении Гесса в виде фильма». Я слышал о новом сезоне Гесса, и было ответвление, но так как-то не знаю. «Где подкаст с представителем компании Intel?» Он скоро выйдет. Он сейчас будет монтироваться, пока я буду на отдыхе. Так, второй сезон в «Радштайне». Я и первый не досмотрел. Вилсаком, конечно, мой любимый блогер. Че, пацаны, «Заводной апельсин»? Может, «Американскую историю преступлений»? Ой, «Американскую историю X» пересмотреть. Я что-то даже не знаю, что бы скачать такое, ребят. Вот я сейчас открою замечательный браузер Тора, и вот вы мне можете потянуть что-нибудь. Возможно, я что-то смогу скачать. «Как ты учил английский?» Я не знаю английский. Все, что я знаю, это что «Лондон is the capital of Great Britain». «Светлячок», «Евангелион», «Крейсер Галактику» все смотрел. «11-22-63» тоже смотрел. Тоже с Джеймсом Франко. «Касл Рок», ну это по Стивену Кингу, он сейчас еще идет, я его смотрю. «Мульты Пиксар» я, наверное, все смотрел, но вот особенно последних мне как-то нет. «Криминальное чтиво» обижаешь. «Отбросы» тоже обижаешь, все смотрел. «Посмотрел, мнение разделяю на Макс Пауэр, но думаю, тяжело придется, и впереди нас ждет куча видео поперечного». Да, похуй на него. Пусть, блядь, усрется. Понимаешь, с Даниной претенциозностью он заебется про меня что-то выпускать. Я что, выебу. «Вавилон 5» я недавно пытался пересмотреть, нашел в максимальном качестве, ну, прям вот что-то совсем не то. «Зверополис» смотрел. «Восьмое чувство», ну, такое нормальное, да, наверное. «Можешь порекомендовать курсы по Logic Pro 10? Только Ripple Training. Все, больше ничего не могу. Во вторую «Мафию» нет, не играл, собственно говоря, как и в первую. А я неправильно ввел название торрент-трекера. Должно быть .tv, а не .ru. «Откуда ты читаешь комменты?» Отсюда, брат. Оттуда, где ты мне их и пишешь. «Омерзительная восьмерка», «Тарантино» я всего смотрел. Хотя, знаешь, возможно, мне стоит сейчас скачать что-то из «Тарантино» и пересмотреть, потому что у него есть много интересных, ну, гениальных моментов. «Как тебе писатель Ремарк?» Эрих Мария Ремарк. Читал, но я читал только такие самые популярные романы, типа «Три товарища», вот это вот. Он на иконы смотрит, да. «Драйв», слушай, «Драйв» классный фильм смотрел. Что-то вы меня не можете удивить, чуваки. Я думал, вы мне сейчас что-нибудь... Скорее уж я вам выдам каких-нибудь охуенных фильмов, похоже, чем вы мне. «За какой футбольный клуб болеешь?» Я ни за какой. Я болею за Дукалиса. Нравится вам Дукалис? «One Punch Man». Ладно, вот скачаю «One Punch Man», потому что аниме это круто. Я специально для таких вот случаев купил себе планшет на 512 гигабайт, и в итоге что-то я ничего не забыл. Пошли, «One Punch Man». Первая, 12-я серия. Да ладно, так мало серий, что ли, всего? Вот это, блядь, да. Вот это обида. Вот мне сейчас прям обидно стало. Так, Blue Disc Rip, 13 гигабайт. Это я могу себе позволить. Хорошо, «One Punch Man», скачиваем. «Французов» посмотри. Я не особенно люблю ничего французского. «Цвет нации» нет. «Старикам здесь не место», конечно, смотрел. Шикарное кино. «Will Plash», я не знаю, что это такое. Фильм «Престиж», конечно же. Конечно же.
Мегалобокс, я смотрел недавно, неплохо, но такое. Холистическое агентство Дирка Джентли, я тебе скажу так, я смотрел и новое, и старое, которое еще британское. Так что тут тоже, увы. Бронсона смотрел. Аватара тоже смотрел. Волшебники смотрел, Атаку Титанов смотрел. Так, One Punch Man, давай, ты у меня иди на закачку. Дважды два, как я понимаю. Дневник памяти с Райаном Гослингом, блять, смотрел, к сожалению. И Шматрицу, и Матрицу смотрел. Одержимость про барабанщика — это один из моих любимых фильмов. Я его даже в iTunes купил, потому что хочется пересматривать регулярно на всех устройствах. Но я его пересмотрел совсем недавно. Так что, увы. Бег, Восточный ударный, Монголин Чоп Сквад. Конечно же, я смотрел Бег. Это тоже шикарное аниме. Просто, блядь, бомбическое, я обожаю. Вот как он учится играть на гитаре, особенно в конце. I've got a feeling deep inside, oh no. Петля времени смотрел, порно смотрел, вообще все порно, наверное, я актрис по именам знаю. А МОП-100, я не знаю, что такое МОП-100, ты бы описал, о чем, не хочу. Машинист с Кристианом Бейлом, это один из самых известных его фильмов. Выстрел в пустоту. Что такое выстрел в пустоту? Ребят, напишите с описанием каким-нибудь. Хотя вы же, блин, не знаете, что это. Напишите описание, я смотрел. Бля. Так, сейчас мы загуглим. Я же умею пользоваться гуглом. Выстрел в пустоту. Выстрел. Нет, это что-то, блядь, криминальное. Там еще Джейми Ланнистер. Не хочу. Валериан и город тысяч планет. Ты, блядь, серьезно? Форест Гамп, конечно, смотрел. Куб смотрел. И гиперкуб, и все. И непристойное предложение, и Интерстеллар. И Монгол, что, блядь, не хочу. Посмотри что-нибудь от Дэвида Линча. Слушай, да не особенно я фанат Дэвида Линча, на самом деле. Да и Нолана не особо фанат, хотя все у них смотрел. Поэтому как-то так. Темные времена. Давай посмотрим, что за темные времена. Я буду по названию временать, как выбирать, как настоящее быдло. Темные времена. Фильм. С помощью нашего плеера, который поддерживает «Так это не то». Британский драматический байопик. Не люблю байопики. «Приходи к власти». Блять, не люблю байопики, чувак, извини. «Лобстер». Блять, я смотрел «Лобстер». Не, я не готов. Поверь, в самолете это последнее, что тебе захочется посмотреть. Я сейчас перечитываю Хайнлайна «Дверь в лето». Сука, в третий раз перечитываю эту книгу. Ну, точнее, рассказ, потому что там 200 страниц всего. Ну, насколько же охуенно, а? Прям буду читать вот прям всего Хайнлайна, наверное. С Николаем Костер-Вальдау все так. Просто я по скриншоту увидел. Он там стоит в зале суда. И я примерно понял, что это за фильм. То есть, какому жанровому классу он принадлежит. И поэтому я не хочу его смотреть. «Залечь на дно в брюге». Грустный очень фильм. Я его смотрел, я сейчас думаю пересмотреть, но нет, я, наверное, к этому не готов. Смотрите. Цукер умер. Цукер, ты жив? Вкусняшка. Вкусняшка, Цукер. Ладно, ты хотя бы жив. Он хотя бы жив. Твое мнение об бане не смотрел еще. Ты что так рано встал? Я не встал. Я не встал, я еще не ложился. Я собираюсь замечательно провести сейчас ближайшие несколько часов перед тем, как я отправлюсь в прекрасное место под названием Китай. Буду спать в самолете. Вот Ксюша совершает ошибку. Она сейчас спит и пизда, она в самолете теперь не уснет. Я же вырублюсь просто и просплю всю эту замечательную поездку. Так. Твое мнение по поводу блокировки. Блядь, да вы достали, чуваки, ну не знаю я. Так. Знаю.
Серьезные меры. Не, ладно, пока мы остановились на One Punch Man. Я перехожу дальше в свой замечательный браузер. Посмотрим. Топ раздач. Вот а что у нас сейчас популярно? Тренер, блядь, охуенно. Собибор, он прекрасно, блядь. Последний богатырь. Ну, не так плохо. Красный воробей, блядь. Лето. Посмотрел, кстати, фильм «Лето». Вообще хуета прям. Настолько мне прям не понравился, что я даже досматривать не стал. Хотя я «Рому зверя»-то люблю. На резиновеске сказки для близких, каплющий дождь, выжигающим виски, мокрые волосы, губы так близко. Вот, какой-то фильм без шва. Посмотрим описание. Так, юная Лиза ни разу в жизни не смогла испытать оргазма. Мне уже интересно. Когда обратилась со своей проблемой к гинекологу, Дот предложила завести дневник, в который она записывала бы все свои сексуальные... Блять, мне это просто уже не интересно. Спасибо, братцы. По соображениям совести, кстати, смотрел очень тяжелый фильм. «Последний мужик на земле» смотрел, ну, такое тоже. «Пила 8», охуенно. Просто охуительно. Спасибо, блядь, большое. Почему ты срешься постоянно? Я ни с кем не срусь. «Космический рубеж». Ой, брат. Ой, брат, бля. Подожди, игрок. Короче, я понял. Наверное, мне стоит посмотреть что-то из экранизации классики. Кроме «Войны и мира». Ребят, какую-то пародию... О, блядь, пародию. Прочитал комментарий краем глаза. Какие экранизации российской русской классической литературы вы знаете? Хорошие прям. Сериал «Грань» и фильм «Нефть». «Человеческая многоножка», спасибо тебе, брат, блядь. Знаешь... Я прям представляю, как я его буду смотреть, в шокировать наших китайских братьев. «Одиссея 2001». Это Кубрик, что ли, блядь? Не же смотрел. «Записки юного врача» смотрел тоже все. «Сорви голову» тоже смотрел. «Судьбу человека» смотрел. «Таунхаус» не смотрел. Ой. Блядь, я... С вами осознаю, сколько всего я мог бы сделать, если бы... Хотя, что я сериалы все равно всегда фоном смотрю. Блядь, «Черный лебедь» — это просто, это шокирующий фильм. Я так охуел, до сих пор не отпускает. Там вот Натали Портман и «Рестлера» я смотрел тоже. Очень тяжелый фильм, я, слушай, я не могу прям сказать. «Берсерк», если ты про аниме, то я смотрел. «Привет, Стас», ну привет. «Блудливый» все смотрел. Ладно, наверное, пора заканчивать, потому что что-то... Да, конечно, смотрел «Фарго», это попсово достаточно сериал. «Неоновый демон» мне что-то вообще не зашел, какая-то прям хуета. «Левша» обожаю, фильм крутой. Ладно, пойду искать что-нибудь так, покеды.